Всем привет, дорогие друзья, с вами гости, зрители моего канала, с вами я, Оскар Инк. Сейчас вот приехали тут на Святую Ручку, местные достопримечательности, Краснодарский край. Вот, там были фонтаны, короче, ну, падали фонтаны, короче, здесь я тоже сейчас подсниму, что там, да как, чисто так, символически. Обязательно подписываемся, ставим лайки, для вас стараюсь. Вот это сама церковь здесь, очень все отреставрировали. Вот эта дорога. Оттуда приехали. Здесь вот так вот. Куда? Так, это карта расположения. Что здесь, где находится? По цифрам и обозначения. Кому интересно, на паузу нажмете, посмотрите, почитайте. Здесь церковь находится. А? Вот здесь вот так вот. Это купель тут. А, значит, дальше. Здесь. Только чтобы это было. Иконы продают. Святая вода тут. Ну, будь собой сам. Здесь вот святая вода. Что, можно? Да, ну быстро это. Что за гора? Вот это тоже надо. Я тут сейчас попью, ты потом наберешь. Не знаю, молятся, наверное, заходят. Тоже. Купель здесь. Вот купель здесь. А? А, вот здесь, да. Тоже. И переодевалки. Тоже природа, не природа. Это святое место. Это вот здесь, вот так вот. Зона парка. Тоже с другой стороны, вот оттуда мы там были. С той стороны. Сейчас вот сюда пришли. Фонтан сделали. Раньше такого здесь не было. Здесь просто были эти поля. И чисто это. Ну как? Деревья. Лавочки, не лавочки. Фонтаны. Вода тут, конечно, такая уставшая. Так. Так, пойдем туда на палубу. Там вот так вот это все дело. Здесь источники какие-то, тоже речка, не речка, ступеньки. Спуститься можно. Там вот так вот. Так. Так, это местные павлины. Куда спрятался? Вот он. Вольер сделали. А раньше здесь тоже такого не было. Один павлик. С той стороны там кролик просто сидит. Это фонтан с этой стороны. Так. Че он спрятался? А, кто-то там еще, кто-то там еще сидит. Это кто такой? Тряпчик какой-то.
хлебчик какой-то. Сидит. Так, здесь петушки местные. Кролик в смысле рядом сидит. Мы чуть-чуть дальше прошли. Здесь получается. Здесь такая беседка, очень хорошо, прохладненько. Также недалеко все это дело. Так. Там тоже. Что там? Вон, посмотри, лавочки. Какие-то петушки тоже сидят. Здесь вот так вот все это дело. Кайф, красиво очень. Мангал даже стоит, нифига себе. Мангал — это хорошо всегда. Люди отдыхают. Здесь вот так вот. Сейчас пойдем посмотрим мангальную зону. Там тоже люди. Лавочки. А тут столы завязаны. Так. Здесь вот так. Вот оттуда я снимал, стоял. Так. Мангалы сегодня никто не жарил сегодня здесь. Так. Хохлатый местный. И еще надо собрать. Домой собрать. Яичницу сделал с утра. Не, ну без звука. Хохлатый. Что за порода, напишите в комментариях, если кто знает, что это. Это тоже. Это самое главное, походу. Это самое главное, да, вот это? Нет, вот этот белый самый главный. Самый расшатанный клюв. Самый мохнатый. Похолок как уже стоит. На тебя смотрит. Красавчик. Это кролики здесь местные. Маме. Скажи привет. Привет. Все, опа, газонов. Там тоже Петя сидит. Петушок. Так. Что, засунь палец? Нет. Засунь. Мне уже укусила. Да не, просто погладь. Мне нормально. Мне почему укусила? Да погладь нормально. Как она тебя укусила? Не знаю. Когда она укусила? Я не знаю. Тут ролик, они такие красивые. Там еще один. Вон есть. Петуху дай палец. Петуху, да. Только дай. Петуху, да. Палец. Петуха пошла. Петух, на, покушай. Петух, кушай. Петух. Кушай, петух. Ерепенец, ерепенец. Все, 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 не бей, не бей, не бей, хватит. Буканул, что ли? Да, он уже злится. Че, буканул, что ли? Да. Буканул. Бойцовый петух. Не, не бей, не бей, не надо. Просим вас не кормить рыб. Из всех рыб мы тут нашли только вот одну. Вот она сидит. Вот вторая. Вторая, да? А, вот здесь вторая вон сидит рыба. На лепешке. Из всех рыб, которые тут есть. Больше рыб не обнаружено. Ехать недалеко здесь, буквально где-то минут 15-20 от города Крымска. Небержаевска и в ту сторону ушел, получается, по главной части приехать. Такие виды видны. Красиво. Чисто не зря вышел на помостик, чисто покрутиться по кайфу. Вот.
Там есть еще какие-то там пути, там что-то куда-то где-то ходить. Но основная тема вот это вот здесь вот, вот так вот. То есть по праздникам сюда, ну, когда по христианским праздникам сюда люди приезжают, вот, то есть церковь. Поэтому, ребят, кому понравилось, пишите вопросы, задавайте.